Всем привет! Сегодня посмотрим обзор на цифровой мультиметр UT118B. Его цена $22.50 и пришел он за 3 недели. Запечатан был вот в такую индивидуальную упаковку. В комплекте также шла инструкция на английском языке и гарантия на китайском. Как видно, сам мультиметр выполнен в небольшом пластиковом корпусе. В мультиметре встроен основной щуп, который спрятан за защитным колпаком. Работает мультиметр от батарейки C2032, которая идет в наборе. Естественно, в наборе идет второй щуп с гибким проводом, который подключается с помощью вот такого разъема. Как видим, мультиметр имеет 4 кнопки и один переключатель. Первый режим переключателя – это off, выключено. Во втором положении переключателя мы можем мерить все, что связано с напряжением. Переключение происходит с помощью кнопки select. Первый режим – это функция EF, бесконтактное измерение переменного напряжения. Второй, третий, четвертый режим позволяет автоматически или вручную измерять переменное и постоянное напряжение. 12,4 на блоке. $12.26 на мультиметре. Меняем полярность. Показывается то же самое с минусом. Третье положение переключателя переводит мультиметр в режим многофункционального измерения. С помощью кнопки Select мы можем управлять режимами, которые измеряются в третьем положении переключателя. Первый режим измеряет сопротивление до 30 мегаом. Второй режим измеряет сопротивление и показывает обрыв цепей. Замыкаем щупы друг на друга. Третий режим позволяет проверять полупроводники на целостность. Прозвонка диодов. Берем диод. Меняем местами. Норм. Диод рабочий. В четвертом режиме мы можем измерять емкость конденсаторов до 300 микрофарад. Измерим емкость конденсатора. Номиналом 0,5 микрофарада. С помощью кнопки Max-Min мы можем посмотреть минимальное и максимальное значение, которое было при измерениях. С помощью кнопки Hold прибор запоминает измеренные данные. Первая кнопка нашего мультиметра включает подсветку, как на экране, так и под щупом. Подсветка мультиметра работает минуту. А также не переживайте, если вы забыли выключить сам мультиметр. Он выключится автоматически примерно через 10 минут. Отличный мультиметр, все сделано качественно, работает идеально и просто создан для стесненных условий. Заказать цифровой мультиметр карандашного типа UT118B вы сможете по ссылке, которую укажу в описании.